Красной площади. С праздником, друзья! Дорогие друзья, всем привет! Ну, не могу я, конечно же, не записать сегодня видео, посвященное только, конечно же, этому большому великому празднику Днем Победы. Друзья, я вас искренне от души поздравляю с этой победой, 75 лет. Да, в этом году мы, конечно, отмечаем не так, как должно было быть на самом деле, но я считаю, что это не очень важно. Главное, я считаю, что мы помним всех наших дедов, предков вообще. Я считаю, что на самом деле, мне кажется, нету, наверное, семьи, которой как-то не задела эта война. И, конечно же, и моей семьи тоже. У меня два дедушки, которые воевали. Одного не стало еще в 90-х, другой в нулевых не стало. Но я всегда их помню, потому что благодаря им сейчас мы живем в наше мирное время. Поэтому, друзья, я вас искренне поздравляю с этим праздником. Желаю вам только мирного неба над головой, здоровья, удачи, любви. Чтобы все у вас было хорошо. И чтобы мы всегда встречались с вами только по хорошим поводам. И общались, так как мы это делаем. У меня на самом деле очень потрясающие подписчики. Я вам всем благодарен всегда. Вы сами знаете, как мы с вами, у нас есть с вами контакт. Мы общаемся, мы переписываемся. Мы теперь, у нас новая рубрика. Мы звоним друг другу, мы знакомимся. Мне кажется, это очень здорово. Сейчас проснулся. Конечно, сразу же полез в интернет. И куча фото, видео люди выкладывают. У меня что-то с годами какой-то я сентиментальный стал. Не знаю, слезы сами наворачиваются. Особенно, когда слышишь эти песни военные. И вот каждый год я смотрю парад. В этом году его нету. Сейчас такой чисто символический. Показали по телевизору. Вот пролетели прямо над головой, кстати, вертолеты, самолеты. Прямо с Красной площади. Вот смотришь сюда этот парад. И я не знаю, у меня прям внутри все переворачивается. Потому что, я не знаю, я... Хоть я и не стал военным, а должен был быть, наверное. Но сейчас речь не об этом. Но я прекрасно помню, как я маршировал. И мне всегда вот... Я же не закончил военное училище. Я помню, когда я приезжал через 5 лет, когда мои ребята, ну, сокурсники закончили. И вот этот момент, когда вот прям парад, и они бросают эти монеты по традиции. Не знаю, у меня все время внутри все прям переворачивается. И вот по сей день, когда смотрю какие-то парады, я не знаю, потому что я сам маршировал, я знаю, что это такое, это репетиции и все это. Поэтому, не знаю, все время смотрю с какой-то гордостью, что я тоже так ходил когда-то. Вот. Я, кстати, сегодня подготовился, купил такую штучку. Вот. Поэтому, ребят, послушайте сейчас, хочу после этого видео поздравления, послушайте песню нашего друга Андрея Усанова с Белоруссии. Уже не раз я вас с ним знакомил, и мы ездили в Сочи вместе на корпоратив. Вот. У него есть песня потрясающая, посвященная Дню Победы. Хочу, чтобы вы ее послушали. Многие уже ее слушали, но я думаю, что сейчас, в этот день, очень уместно ее послушать. Вот. Ну, может быть, вечером попробую еще выйти в прямой эфир. Я вас всех поздравляю с этим праздником. 75 лет, такая дата, я не знаю, у меня прям внутри все прям вот кипит, бурлит. Вот. Сейчас какой-нибудь фильм поставлю, какие-нибудь старые песни послушаю, чего, собственно, вам и желаю. С праздником, дорогие друзья! Я вас всех обнял, приподнял, поцеловал. Все сделал, как обычно. Люблю вас всех. С Днем Победы! Ура, товарищи! Ребята, а это мой дедушка Белецкий Тимофей Фалалеевич. Воевал, был ранен. Белецкая Анастасия Васильевна. Многие ее узнали, на моем канале видели. Моя бабушка. Покидов Николай Михайлович, другой дедушка. А это папа справа и его брат. Покидова Галина Лукьяновна, бабушка. Я жить только лишь начинал, и в школе учился, как все. Я жизни азы познавал, встречая врагов и друзей. Казалось, что все впереди, на долгом и светлом пути.
весь мир открывался у ног, как белый тетрадный листок, как белое-белое поле, бескрайнее, бескрайнее, бескрайнее белое поле, бескрайнее, бескрайнее, бескрайнее белое поле. Пришел мой черед наконец покинуть свой дом, доказать, что взрослый я, что не юнец, что время мужчиною стать. Когда за окном плыл вокзал, не мог дать я волю слезам, а грусть застилала глаза, как белый вечерний туман, как белое-белое поле, бескрайнее, бескрайнее. Бескрайние, бескрайние, белые.